Добрый вечер, в эфире телекомпании «Город», программа «Подробности». От алкогольного отравления в России ежегодно гибнут 30 тысяч человек. В Рязани регулярно всплывают новости об очередном подпольном цехе или гараже, набитом коробками со спиртным. О том, как велик шанс поставить на праздничный стол суррогат вместо элитной бутылочки, например, виски, подробнее говорим с Алексеем Ребровым. Давайте начнем с последней проверки, где она проходила и, собственно, результат. Ну, отмечу, что в период с 10 по 20 ноября текущего года сотрудниками УМВД России по Рязанской области проводились оперативно-профилактические мероприятия «Алкоголь-табак». На территории Рязанской области были проведены проверки на предмет соблюдения антиалкогольного и табачного законодательства. Отмечу, что проведено было за 10 дней порядка 96 проверок, которые закончились результативно. В настоящее время составлено 98 протоколов административных правонарушениях. Более того, изъято более 3,5 тонн этилового спирта, а также более 11,5 тонн готовой алкогольной продукции. Отмечу, что в основном на территории Рязанской области выявлены типичные нарушения в данной сфере. Составлены протоколы административного правонарушения по статье 14.1 Кодекса административных правонарушений за осуществление указанной деятельности без регистрации, за которой предусмотрена административная ответственность. Лица фактически привлечены к административной ответственности. Также распространенным нарушением явилось нарушение по статье 14.16. Это непосредственно нарушение в сфере оборота алкогольной продукции. Составлено было 80 протоколов. То есть фактически большая часть протоколов была составлена именно по данной статье Кодекса административного правонарушения. Конечно же, в ходе проведения мероприятий мы устанавливали признаки преступлений. Так, с декабря 2013 года вступили в силу поправки в Уголовный кодекс. Вступили в силу части 3-4 статьям 327 прим. 1, который предусматривает ответственность за подделку акцизных марок на алкогольной продукции. И, соответственно, в статье 171.1, это осуществление торговли алкогольной продукцией без акцизных марок. В данный момент уже возбуждено два уголовных дела по статье 327 за подделку акцизных марок. Более того, на исполнение у сотрудников УМВД России по Рязанской области имеется, как я сказал, уже 96 проверок по незаконное осуществление деятельности. В настоящее время много материалов направлено уже на исследования в экспертно-криминалистический центр УМВД России по Рязанской области. Устанавливаются фактически каналы поступления данной алкогольной продукции и табачной продукции, а также устанавливаются места реализации алкогольной продукции. Вот я как раз хотела спросить, это все, вся эта продукция, она бы попала на прилавки магазинов или продавалась где-то из-под полы? В каждом случае, безусловно, отдельно нужно рассматривать данные вопросы. А могла данная продукция поступать на прилавки магазинов, так и в частные руки. Фактически, если говорить о местах реализации, то по городу мы встречаем как в магазинах данную продукцию, когда просто простой обыватель приходит в магазин, и можно невооруженным взглядом увидеть, когда акцизная марка, она является поддельной. Если акцизной марки на продукции вообще нет, то, конечно же, на прилавке магазина, скорее всего, данная продукция не попадет. Потому что, ну, это видно простому обывателю. А это говорит о том, что продавец тоже в курсе дела? Или, по крайней мере, хозяин? Ну, если хозяин приобретает непосредственно алкогольную продукцию и не видеть то, что акцизная марка является поддельной, очень сложно. Сейчас в настоящее время доступны уже для нас элементарные средства просмотра данных акцизных марок. В любом магазине можно за 100 рублей купить приборчик, который покажет, алкогольная марка она поддельная, либо она не поддельная. Поэтому все на страх и риск предпринимателя, который покупает данную продукцию. Средства от продажи оседают в карманах? Конечно, в основном доход, который получается от незаконной деятельности, он оседает в карманах предпринимателей, так как нигде в налоговом учете отражение данной продукции не происходит, и поэтому фактически это тот теневой оборот, который происходит в сфере предпринимательства. Хотелось бы спросить вот о чем. В каких условиях изготавливают данную продукцию? Потому что на оперативных съемках мы видим антисанитарные условия, непонятные какие-то бочки, непонятные приспособления, абсолютно везде хлам. Ну, если говорить конкретные примеры, где изымается данная алкогольная продукция, то некоторых телезрителей, наверное, повергнет в шок. Когда алкогольная продукция изымается в частных домах, она хранится в подвале,
подвальных помещениях. Переработка осуществляется в том числе в подсобных складах и хранилищах. Одновременно хранится этиловый спирт, готовая алкогольная продукция. Зачастую иногда даже алкогольная продукция перерабатывается на складах, где нет ни отопления, ни, соответственно, условий для производства. Элементарно бегают крысы. Да, элементарно нет никаких санитарных норм, которые позволяли бы производить данную продукцию. Поэтому что непосредственно попадет в бутылку алкогольной продукции, тоже неизвестно. И в текущем периоде мы также направляем материалы, изъятую алкогольную продукцию, в исследовательско-криминалистические центры, например, установление опасности для жизни и здоровья данной алкогольной продукции. А по итогам оперативно-профилактических мероприятий, пока данной продукции не установлено на территории Рязанской области, но, как я сказал, проверено из тех материалов, которые были собраны, только 10%. Что покажет оставшиеся 90% этих материалов, пока неизвестно. Возможно, что это будет алкогольная продукция с нарушением санитарных норм и опасная для жизни и здоровья. Но отмечу для предпринимателей, для жителей, что если реализация происходит алкогольной продукции опасна для жизни и здоровья, то фактически это может привести к уголовной ответственности данных граждан с лишением свободы и в том числе реальным сроком наказания. Поэтому это достаточно такое социальное зло, с которым нам приходится бороться. И, безусловно, будем делать все, чтобы наши жители жили в комфортных условиях и не получали на прилавке продукцию, которая опасна для жизни и здоровья. Скоро Новый год. Понятно, в каких количествах мы будем закупать алкогольную продукцию. И, естественно, многие будут искать, что подешевле. Цена может сказать о качестве? На что обратить внимание? Для того, чтобы обратить внимание просто на цену, конечно же, элементарно сейчас доступ в сеть интернет у нас свободный, поэтому нужно посмотреть постановление правительства, которое регламентирует цены на алкогольную продукцию. И если цена на алкогольную продукцию ниже элементарно установленного постановления правительства, то можно сразу сказать, что эта продукция не надлежащего качества и может представлять опасность для жизни и здоровья. А каждое наименование продукции регламентировано постановлением правительства и должна быть не ниже установленной минимальной суммы за бутылку. Конечно же, у нас граждане пытаются купить продукцию где-то подешевле, но всегда нужно думать о своем здоровье, к чему это может привести. Элементарно, когда мы покупаем те же самые бренди виски за 100, за 200 рублей, ну, нужно, наверное, догадываться, что это не тот бренди виски, который мы привыкли с вами употреблять и видеть на новогоднем столе у нас дома. Кто чаще нарушает закон? Мы видим очень много молодых. Это от незнания? Это от того, что страха нет какого-то, ответственности какой-то еще нет? Или это осознанное решение? Закономерность такая прослеживается. Объясню, почему так происходит. Люди, которые в этом бизнесе работают достаточно давно, они знают об уголовной ответственности за данное нарушение, об административной ответственности, а также о последствиях, которые может привести гражданам. Поэтому где-то они более осознанно ведут свой бизнес и осуществляют политику в данном направлении. То, что касается молодых людей, безусловно, это жажда наживы быстрая, потому что купил в одном месте и перепродал, заработал на этом денежные средства и, к сожалению, если не попался, еще и подстегивает. Еще и подстегивает, да. Поэтому работа в этом направлении, она у нас системна. Если мы говорим о 10 днях, которые проведена была операция, да, когда мы сконцентрировали все свои силы и приняли определенные управленческие меры по недопущению распространения алкогольной продукции на территории Рязанской области, то перед новогодними праздниками, конечно же, мы также усилим свою работу на данное направление, чтобы жители не получали то социальное зло, которое есть на территории Рязани. Если жители стали свидетелями, из соседнего гаража выносят непонятные ящики со спиртным, или в магазине происходит что-то странное, куда обратиться и как себя вести, чтобы не стать жертвой преступников? Данная проблематика, она известна нам, а жителям, безусловно, известна, наверное, более даже глобально. Поэтому, как показывает практика, жители, когда сталкиваются с данными вопросами, конечно же, в первую очередь звонят либо сотрудникам полиции по телефону 02, либо оставляют свои обращения на сайте УМВД России по Рязанской области. Кроме того, они могут обратиться и на иные сайты госорганов, где изложить свою позицию по продаже незаконной алкогольной продукции. В данном случае мы уже получаем такие обращения, реагируем на них оперативно, и непосредственно заканчивается все это либо изъятием и привлечением лиц либо к административной ответственности, либо к уголовной ответственности. В этом не нужно бояться, что, соответственно, вы написали все это официально,
потому что ну, мы с вами вместе живем в этом городе, хотим жить достойно и получать ту продукцию, которая соответствует нормам безопасности. Поэтому, конечно же, нужно обращаться официально к сотрудникам полиции, чтобы они вовремя все это пресекали и не поступали на прилавки все-таки, продукция не поступала, которая ненадлежащего качества. Нам это тоже не нужно, как и всем жителям города Рязани. Спасибо. А жителям давайте напомним, не нужно бояться бороться за свои права и, конечно, думайте прежде всего о своем здоровье. Это была программа «Подробности». До новой встречи в эфире.